Но вообще подсчитано, что если право нации на самоопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав Организации Объединенных Наций, на Земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос. По этой причине мы не признаем этот принцип, будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, является Луганск и Донецк.